Ну что ж, мы с вами о золоте еще поговорим, а сейчас у меня очень важная информация для всех тех, кто даже утром уже смотрел первый эфир. Мы хотим сделать вам уникальный подарок, особый подарок. Вы видели сами, что продюсер согласилась давать скидку даже на подвеску, если вы покупаете серьги и кольцо, то есть автоматически. И более того, сейчас вы можете увидеть цену на эту цепь. Встречайте, специальное предложение от канала Shop & Show, цепь Snake, что в переводе с английского «змея». Ну, действительно, называют это плетение и «змейка», и «снейк», еще «жгут», и похоже, собственно, на все обозначенные объекты это плетение. Плетение абсолютно уникальное, оно, скажем так, не плетение в традиционном смысле слова. Здесь нет звеньев, которые соединены, скручены. Здесь есть вот такое вот полотно, золотое полотно, ибо отличить эту цепь от истинно полностью золотой невозможно. Кстати, посмотрите, пожалуйста, как здорово эта цепь сочетается с подвесками. Мы увидим различные варианты ношения этой цепочки. Ну а сейчас о цене. Ценник у нас бордовый. Эта цена актуальна лишь сегодня, только до полуночи. И количество товаров по этой цене ограничено, поэтому успейте заказать. Что самое приятное, мы предлагаем вам широчайший выбор вариантов длины. Поэтому на ценнике мы читаем от. Вы только посмотрите. 40, 45, 50, 55, 60, 65 и даже 70 сантиметров. Вот такие варианты длины у нас для вас имеются. У меня здесь пока что только три варианта длины, но, кстати, вы можете увидеть, как здорово эта цепь смотрится в виде каскада. Получается альтернатива колье, гораздо более доступная по деньгам. Этот ценник действует только до 12 ночи. Успейте заказать свою цепочку необычного плетения Snake. Вы видите, насколько это плотное плетение. Оно округлое, абсолютно 3D украшение и действительно напоминает и змейку, и жгут, поэтому название, все эти названия соответствуют. Посмотрите, пожалуйста, на изумительные переливы. Ну, вот у этой цепочки, собственно, нет в прямом смысле слова понимания алмазная огранка, но, посмотрите, вот это да, эти золотые переливы завораживают, согласитесь, я даже заговариваюсь. У меня ассоциация как будто бы струится. Полностью золотой водопад. Посмотрите, сколько блеска. Очень вам рекомендую заказать сразу же несколько цепочек. Вот, пожалуйста, ее можно носить, соответственно, как и самостоятельное ювелирное изделие. Вы сейчас это видите на нашей модели Ксении. В виде каскада. Причем на одну цепочку добавить подвеску. Это может быть и религиозного типа подвеска, крестик. Это может быть подвеска ангел-хранитель. Она уже представлена была на нашем аукционе. Цена на нее снижена 899 рублей. А можно создать свою собственную экспозицию, композицию, абсолютно уникальную, такую, которой нет и не будет ни у кого, только у вас. Так что выбирайте сочетание, различные длины этой цепочки, сочетайте с различными подвесками. Ну вот у Ксении интереснейший кулон, видите, собственно, ее знака зодиака. Обратите, пожалуйста, внимание, все эти изумительные подвески у нас в эфире появятся. Итак, цепь Snake сегодня стала специальным предложением. Почему именно она? Дело в том, что я уверена, у наших постоянных телезрительниц уже есть плетение и нона, и ромбы, что-то из классики вроде панцирного плетения, или якорного, или кордового. А вот такое плетение все-таки еще пока что редкость. Цельное такое, знаете, цельнолитое, как будто бы это действительно водопад из чистого золота. Именно поэтому мы сегодня предлагаем вам цепь Snake в качестве специального предложения, чтобы вы разнообразили свою личную коллекцию цепей. Как известно, пусть это банально звучит, но это абсолютный факт, непреложный. Цепей много не бывает. И вот такая цепочка Snake обязательно должна оказаться в вашей шкатулке. Тем более, что она абсолютно неотличима от золота. И именно поэтому вы сможете смело ее сочетать с позолоченными украшениями и золотыми. И решайте сами, носите ее в виде каскада, в виде, допустим, самостоятельного украшения или вместе с подвеской. Обращаю ваше внимание на то, что количество товара по такой цене ограничено. Я уж не говорю о том, что самые популярные длины, а у нас это, как правило, самые короткие и самые длинные, заканчиваются раньше всего. В данном случае это варианты 40 и 70 сантиметров, а у нас для вас их сразу же целая
уйма, бесконечно, кажется, этих цепей у нас. От 40 до 70, видите, даже 70-сантиметровые не поместились в наше графическое изображение. Сейчас вы можете обратить внимание, каким образом каждая цепочка сидит в зоне декольте, и уже решить, что вы предпочитаете. Если у вас уже достаточно цепочек, я рекомендую вам приобрести длину, которой у вас нет, для того, чтобы разнообразить возможность посадки ювелирного изделия. Смотрите, одну и ту же подвеску, если вы наденете на цепочку разной длины, вы сможете носить по-разному. Сразу же меняется вид подвески в зависимости от того, где она находится. Ближе к шее, на центре, в центре зоны декольте или уже совсем низко в зоне солнечного сплетения. Для этого выбирайте цепочку длиной, допустим, 60-65 сантиметров. Кстати, предвосхищая ваши вопросы, насколько универсальна эта цепочка, скажу, что запросто посоветую ее и мужчинам. Обратите внимание на длину 65-70 сантиметров. Милые дамы, сделайте подарок не только себе, но и, конечно же, своему возлюбленному, своему брату, своему отцу. В общем, здесь нет абсолютно никаких ограничений. Обращаю ваше внимание на то, что эта цена действует лишь до полуночи. Я не устану это повторять. Дело в том, что наши новички могут быть не в курсе. Я хочу, чтобы все были абсолютно в равных условиях. Ну и, кстати, интересная и важная новость для наших новичков. У нас 1 июля стартовала суперакция «Новый год в июле». Вы получаете 300 рублей скидку на любой свой заказ. Посмотрите, насколько выгодно сегодня заказать эту цепь Snake. Ее цена 999 рублей за длину 40 сантиметров. Ну и учитывая эту скидку, минус 300, вы получаете эту цепь всего лишь за 699 рублей. Посмотрите, пожалуйста. Вы можете смело сочетать эту цепь и с кулоном с драгоценным камнем, и даже с крестом. Здесь нет абсолютно никаких ограничений. Кстати, я хочу отметить, что именно благодаря тому, что, собственно, звенья в прямом смысле слова в этой подвеске отсутствуют, в этой цепочке, она здорово смотрится с подвеской. Выглядит как колье, как будто бы это цельное ювелирное изделие, как будто бы это готовая ювелирная пара. И как будто бы так и было, так и продавалось. Но именно такое сочетание будет лишь у вас, только у вас. И я советую вам поторопиться. Очень много у нас сейчас желающих заполучить цепь Snake по такой доступной цене 999 рублей. Пожалуйста, решайте сами, каким образом вы будете ее носить и с чем сочетать. Она хороша как самостоятельное украшение в сочетании с религиозной подвеской, допустим, крестиком или кулоном ангел-хранитель. Он уже по сниженной цене у нас идет, был уже сегодня на аукционе. Вы можете носить эту цепь в виде каскадов. Закажите для этого три варианта длины. Главное, определяйтесь быстрее со своим выбором. Количество товара ограничено. И еще раз обращу ваше внимание, отличить эту цепь от золотой абсолютно невозможно, если только вы не посмотрите на пробу. Ну а в золоте такая цепь весом 6 граммов стоила бы не меньше 18 тысяч. Посмотрите, я вам сейчас демонстрирую застежку. Очень надежный, удобный карабин. И здесь без труда находится проба имени производителя. Это не бижутерия, это ювелирное изделие, и с ним обязательно приезжает паспорт.